Луиса, выйди на связь. Мне нужно срочно к воротам. Там нужны еще люди. Мне нужен вертолет для моего немедленного вылета. И я хочу, чтобы второй вертолет был тоже готов к выходу. Все остальные вроде бы в порядке. Сэр, люди готовы к отправке. Все уже давно ждут. Но с вашим пилотом, ну вы знаете, что-то случилось. Это все? Сядь на радио и свяжись с Холманом. Выясни, что происходит. Связалась. Тебе придется срочно... Мне очень жаль, сэр. Да, у меня есть расположение транспорта. Все уже готово, сэр. Да. Риса, передай нашим, что они могут начать. Внимание, у нас проникновение.
Что нам мешает забрать образцы? Это сделать один, Эрман. Сэр, извините. Осмотр еще не закончен. На видео осталось еще осмотреть более 20%. Персонал еще не покинул фронт. Я все выясню, сэр. Эй, Серж, есть, кстати, один человек, который готов этим заняться. Постойте. А я Фоган. У вас есть вертолет, на котором вы можете облететь территорию... У меня есть частота плана их связи. На месте, когда прибудет агент. Риса, у меня было все чисто по пути к аварии.